Катим. Всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. Сегодня у меня распаковка нового девайса от Electron. Ну, для меня он новый. На самом деле он совсем не новый. Это аналог HIT. Audio Enhancer, Audio Destroyer. Аналог HIT — это прибор, который имеет на борту стереоаналоговую дисторсию, несколько вариаций, 8 штук. Здесь есть огибающая, здесь есть управляемая LFO, здесь есть CV-инпуты. Он может работать от USB как звуковая карта, то есть можно использовать в качестве звуковой карты. Есть MIDI, In-Out и True. Здесь есть стереоаналог мультимод фильтр 7 типов. Здесь есть стереоаналоговый эквалайзер, стереовход и стереовыход. И можно сохранить до 128 пресетов. Почему же я себе его купил? На самом деле я хотел давно его очень попробовать, но у меня в студии был следующий процессор эффектов. У меня был фильтр MoFX от компании Electrix, который был также стерео, там была огибающая фильтра, у него была дисторсия, точнее там был овердрайв очень приятный и тоже аналоговый. После чего я использовал MoFX. Это такой процессор эффектов, который включал в себя тоже дисторсию. Там был лупер, фленджер и такая пространственная обработка. Здесь такого ничего нету. Здесь есть только компрессор, фильтр, эквалайзер. Также в своей студии финальной частью этой цепочки я использовал аналоговый компрессор Mindprint немецкий, который имел еще ламповую сатурацию. Сейчас у меня ничего этого нет с собой, поэтому я планирую заменить аналог хитом как раз-таки вот эту всю цепочку, которая стояла у меня на мастере. Для того, чтобы записывать мастер-микс, ну или, например, просто прогревать какие-то звуки, если они звучат недостаточно объемно. Честно говоря, я не знаю, насколько крут аналог хит, и никогда вживую его не слышал, но вот теперь я имею возможность это сделать. На упаковочке красивая голограмма. Давайте ее откроем скорее и посмотрим, что там внутри. Quick Guide Analog HIT MK2 Stereo Analog Sound Processor. Такая специальная штучка, чтобы не попадала влага в коробку, а если попадет, то чтобы она в себя ее впитала. Блок питания, сетевой кабель и USB кабель. Он такой тяжеленький, тяжелее, чем Digitact. Обожаю отклеивать наклейки с дисплеев. Что-то я не понял, а где стекло? Блин, нифига себе, они положили его без стекла. Просто вот дисплей и все, нету стекла. Я же не отклеил его, нет, это просто пленочка. Капец. Может, пакетик где положили? О, кстати, блок питания маленький. Меньше, чем раньше были они. Блин, а как так-то? Почему тут нет дисплея? Ну, прикол. Все здорово, но нет дисплея. Подключим старым кабелем от Digitone. О, какая клевая кнопка. Щелкающая. Это пресеты. Если сравнивать с Digitact, то кажется, что цвет металла чуть-чуть светлее. Блин, у меня, короче, походу особенный какой-то аналог HIT, потому что он у меня реально без дисплея. Ну как так? Точнее, без крышки. Дисплей есть, крышки нет. Здесь должно быть написано, что это аналог HIT и все такое. Придется пленку обратно приклеить. Блин, вот отстой. Короче, завтра напишу в Томан, почему они такое мне отправили. Я думаю, что они возместят либо ущерб, либо пришлют мне, не знаю, дисплей или новый прибор.
посмотрим. Прибор не дешевый, проходил таможню, не знаю, как быть в этой ситуации. Ну да ладно, это не самое страшное, что могло бы быть. Короче, аналог-хит у меня с сюрпризом. В ближайшее время мне предстоит послушать его, попробовать прогреть свои наработки и уже потом определиться, насколько он круче там, или хуже моей цепи, которая у меня была дома, фильтр плюс эффект процессор, а также плюс компрессор. Ну и вообще, в принципе, я хотел бы понять, насколько это взаимозаменяемо, тем более корпус довольно компактный, в отличие от того, что было у меня, там была целая рэковая такая штуковина, которую, конечно же, невозможно с собой возить. Я знаю, что многие используют в основном CleanBoost и Saturation, то есть все остальные процессоры эффектов, которые разрушают музыку, скажем так, да, они больше подходят не для мастер-компрессии, а для, ну, какой-то записи, больше для саунд-дизайна. Первые три в основном используют для того, чтобы прогревать в качестве мастер-эффекта. Перед тем, как купить аналог Hit, я выбирал между Otto Boom и аналог Hitom, потому что эти оба устройства используют в качестве мастер-компрессии, ну и в качестве финального прибора, который склеивает весь микс. Я очень хотел купить Otto Boom, во-первых, он меньше, но я купил аналог Hit, и сейчас я расскажу почему. Во-первых, в нем есть выход на наушники. Сейчас у меня нет микшера, и это очень важно, потому что носить с собой микшер только для того, чтобы использовать с наушниками весь сетап, это не очень удобно. Также очень важно для меня был фильтр, который имеет огибающую, именно огибающую envelope follower. Такая функция была у меня на моем фильтре от компании Electrix. Я настолько к ней привык, что просто без нее уже не могу никак обходиться. В аналог хите эта штука есть. Envelope follower позволяет следовать огибающей звуку, которую вы на него подаете. Например, если у вас как распространяется звуковая волна, таким образом будет изменяться, например, параметр катов или какой-нибудь еще. Насколько я знаю, здесь можно также и distortion или там overdrive назначать на эту огибающую. Также можно импровизировать с эквалайзером, например, бас срезать или там верхние частоты срезать. Это очень удобно для лайв-выступлений. Еще немаловажным фактом является, почему я выбрал не Otto Boom, а аналог Hit, то, что в нем есть CV-инпуты. Я хотел бы использовать огибающую, например, какого-нибудь модуля, который аналогового огибающий, например, типа в зерокости есть слоп и контур, который позволит мне создавать очень приятные и мягкие такие манипуляции с фильтром или с каким-то другим параметром. Поэтому наличие CV для меня было очень важно. Короче, в этом устройстве больше всяких прикольных штук. Он сохраняет пресеты, и есть также программ Change, и в соответствии с треком будут меняться настройки. Короче, автоматизация с электроном классная. Хотя я считал, что Otto Boom звучит, конечно, теплее. Но посмотрим, на самом деле, не знаю. Пока не могу ничего сказать. Как только я потестирую, спустя какое-то время дам заключение. Если у вас уже есть аналог Hit, напишите, как вы его используете, часто ли вы его используете, что думаете по поводу его звука. Будет очень интересно. Очень здорово, что здесь визуализируется прям огибающее. Я думаю, что это будет помогать в процессе создания музыки. На сегодня все, такая была распаковка. До скорой встречи, пока. Блин, да, ну как же так-то, нету дисплея? Это электронный косяк? Ну конечно же, а чей еще?